Малазийские власти заплатят частной американской компании $70 миллионов, если ей удастся найти пропавший 4 года назад лайнер. Ocean Infinity специализируется на подводных поисках. Специалисты этой организации должны приступить к работе уже в середине января. Исследовать они будут участок в 25 тысяч квадратных километров в южной части Индийского океана. Мы не хотим никого слишком обнадеживать, но мы не оставляем веры в то, что вместе мы найдем ответы и преодолеем этот сложный период. В прошлом январе власти Малайзии, Китая и Австралии объявили, что прекращают поиски лайнера. Всего за 4 года были исследованы около 120 тысяч квадратных километров. Причины исчезновения самолета до сих пор остаются одной из главных загадок современности, которая в первую очередь мучает родственников пассажиров. Я очень счастлив, но в то же время мне страшно. Независимо от того, будет что-то найдено или нет, нам придется вернуться на 4 года назад, в то время, когда нам приходилось каждый день ждать ответа на вопрос, будут ли обнаружены обломки. Я все еще надеюсь, что это может произойти. Лайнер малазийских авиалиний исчез с радаров в марте 2014 года. Самолет направлялся из Куала-Лумпура в Пекин. Пилоты перестали выходить на связь через час после взлета. На борту находились 239 пассажиров и членов экипажа.